высокой загрузкой не только прибрежного, но и горного кластера. То есть загрузка будет составлять в районе 80-90%. Соответственно, за эти месяцы порядка 4 миллионов туристов примет наш город. И очень важно, чтобы город, средства размещения были готовы к этому вызову, потому что в крае и в городе продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому объекты размещения соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора. С 2020 года уже разработан целый комплекс мер, которые позволяют удерживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию стабильной и управляемой. Сегодня вы посмотрите объекты размещения, убедитесь, что в каждом из них работает у нас персонал, который прошел либо тестирование, либо ежедневный утренний осмотр проходит. Многие сейчас сотрудники средств размещения уже прошли, сделали прививки, многие уже двухкомпонентным раствором. Во всех средствах размещения у нас на ресепшене, в гостевых зонах, везде соблюдается социальное дистанцирование, зонирование. Обеспечены все достаточным пакетом дезинфицирующих средств.